Паромное сообщение – единственный способ попасть на правый берег Северной Двины. Ежедневно суда перевозят по несколько сотен людей и автомобилей туда и обратно. Подъезды к переправе на Кузинской стороне до этого года были грунтовыми, что создавало немало трудностей при погрузке. Особенно тяжело приходилось водителям автомобилей, заезжающих на паром. В июне началось обустройство подъезда в щебеночном исполнении. Ездить стало гораздо комфортнее. Сложно заехать, бывает. Ладно. Как считаете, нужно там отремонтировать? Там все желательно. Всю дорогу надо ремонтировать. А вот заезд вот в каком виде вот хотелось бы вам видеть? Конечно, хорошо, идеально. Как вам новые подъездные пути? Нормально. Отлично. Давно пора. Как считаете, вот лучше все-таки сделать это в плитах или оставить в щебне? Что удобнее вам проводить? Главное, дорога была бы. А то выдели бы до этого, так что тут творилось. Сейчас-то более-менее. Раньше было хуже или лучше? Конечно, хуже. Раньше там что было вообще? Что было? Грязь была, клей. Сейчас? Сами видели, гравий. Сегодня на правом берегу реки побывал глава района Александр Кузьмин, проверил качество выполненных работ и договорился с дорожниками об увеличении протяженности подъезда к переправе в щебеночном исполнении еще на 50-60 метров. Кроме того, будут дополнительно подсыпаны участки дорог рядом с бетонными плитами, по которым автомобили заезжают на берег. Дополнительно мы приняли решение отработать в щебеночном исполнении разворотную площадку восстановочного павильона, также оканавливание и расширение боковой полосы дороги. Я уверен, что эти работы, они дополнительно сделают дорогу, во-первых, она будет дольше стоять, это мы отведем воды, грунтовые воды, и оканаем дорогу. То, что не было в проекте. За состоянием подъездов к переправе продолжат следить и в будущем. Если весной стихия повредит проезжую часть, восстановить ее будет несложно, просто насыпав новый слой щебня. Екатерина Елина, Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».